классный руководитель Елецка Юлия Григорьевна. Дорогие друзья, сегодня по всей республике проходит акция «Поем им вместе». Предлагаю... Мои учащиеся, уважаемые коллеги, уважаемые родители, сегодня не последний звонок для 11 классов. Сегодня, я думаю, это первый звонок в их взрослую жизнь. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы все, что вы задумали, все сбывалось. Чтобы удача рядом с вами всегда шла вместе. Чтобы вы просто улыбались жизни, жизнь улыбалась вам. И у вас все будет хорошо. Мы вас очень любим, ценим, уважаем. Спасибо вам за то, что мы были 11 лет вместе друг с другом. Как бы учащиеся не побеждали, но это только тесное сотрудничество с учителями. И поэтому я родители посмотрели. Это наш ученический совет. Это опора, помощь нам, администрации. И учащиеся гимназии знают, что мы по сравнению с ними очень такие, как солнышко прям мягкие. Огромное вам спасибо. 11 класс, которые они уже уходят, но они себе нашли, да, достойную смену. Выросли ваши дети. Давайте еще раз оглянемся назад и вспомним ваше курносое детство. Сообщить наши первоклассники поаплодисменты. Поприветствуем их аплодисментами. Yeah.
Все, успехов вам больших-больших. Все, всем пучу-пучу, учителю самый большой. Не забывайте. Дорогие выпускники, мы приглашаем тех, кто вкладывал в вас свою душу, открывал вам свое сердце. Директора гимназии номер 9 имени Феодора. И литературы Тарарака Раису Ивановну. Учителей математики Патенко Светлану Борисовну и Тимошук Леокадию Францевну. Приглашаем учителей физики и астрономии Сомни Николаевну, Волчок Татьяну Федоровну, Ляк Светлану Станиславовну, Пихотскую Анастасию Анатольевну. Учителя Гер... Спасибо им огромное, что они стали нашими вторыми мамами. Иногда ругая нас за проступки и оценивая все наши маленькие достижения. Шли года. Сейчас для нас... Подошла очередь еще одной старой доброй традиции. Право дать последний звонок предоставляется выпускникам 11 класса и первоклассникам. Якубцевич Арсению, Маркевич Анне, Лебедь Герману и Павлец Анне.
Подошел к концу наш праздник, но вместе с ним не закончили в школе волнение выпускников, педагогов и родителей. Впереди экзамены, вручение аттестатов, впереди взрослая жизнь.